Ну чё? Let's go? Ship it. Давай уже, наигрались. Пора запушить на говне. Что хорошее, поехали. У нас даже не семерка, ребята, у нас восьмерки. Давай ты семерки запушь, погнали. Три дня назад. Чтобы добрать, здесь супер приятно, кол, то есть король, то что нужно, здесь то что нужно. Вот это нормально, вот это нормально. Ну, сдаемся. Блин, вот этот мейн, конечно, классно будет. Один из этих мейнов выиграть, потому что на них вообще никакого ожидания не было. И здесь мы овербет по терну поставили, я думаю, ривер. Уже value нету. Просто чекаем, надеемся, что у него 6-7 или дама 10. Дама король, блин, ну, нас переехали. Ну, кол. Хорошо. Можно попробовать зарейдить? Да, я, наверное, зарейжу. Типа две пары. Либо у нас... Блин. У него стрит на ривере купился. Чё, мы живы? Это главное. Помните вчера неудачный блеф, дорогой, в мейне? Так вот, это уже не важно, я раскрутился. Же говорю, хватит двух пар, ребята, блин, хватило, хватило. Здесь, думаю, надо удаваться. Не удалось. Какой-то час этот тяжелый. Нужно, чтоб следующий был поинтереснее. Да, добрый. Угу. Можете в мейне мне удачи пожелать? Просто желаю удачи в мейне. Очень важно. Ну, в турнир один играю, просто в турнир. Там выиграть можно немножко. Все, спасибо. О, вы фартовая? Супер, мне то, что нужно. Займу первое место, ну, сушами накормлю точно. Самыми лучшими. Бараниной, все, договорились. Целого барана, да? У нас 132 человека осталось. Вот, если первое место займу, целый баран к вам сразу прилетит. Еще часов 5. Вот, и завтра еще. Так, сейчас я запушу и вам покажу. Фу-ху-ху! Фу, 100%! Даня, сорян. Но 100% есть 100%. Так, ребята, ну давайте поколем. У меня вчера ребята сфолдили, когда у меня тузы были. Сегодня другой день. Хо-хо, сегодня дают нам шестерочки. Семерку дай ему. Здорово, парень. Ну, надеюсь, там валеты и... Ой, есть там короли, ну, или хотя бы тузы, но не валеты. Или не дама. Конечно, банк сумасшедший. Ну, я думаю, ладно, чекну. Фу. Готов лететь, ребята, с вами. Волыни, за руки держась. Вот, мы против тебя же хотели, да? Ну, блин, это, конечно, мы лучше бы алыну поставил. Но что поделать. Может, сфолдит еще? Типа, может быть, он... Давай, туза. А, нет, давай, фигушку, как вы хотели. Топ 2 заканчиваем этот день. Как я хотел, выиграли у одного из этих ребят. Алын. Мы тут в Москве собрались поддержать Глебаджо, который просто обязан после всех стечений обстоятельств что-то сегодня дозатащить. Все, погнали! Глеб, у нас, короче, проблема случилась. Тут какой-то чувак пришел, он к тебе хочет подойти и сказать, что мы заканчиваем сегодня. Ремзин, Глеб, нельзя разыгрывать баранов! Первое место займу, целый баран к вам сразу прилетит. Кто новые чипаки, ребята? Кто новый чипак в турнире? Кто чипак?
Давай, лын на туз 2. Кол! Давай, тузик! Есть, тузик! Давай, стоять! Еее, Ковалита! Домой! Так, ну, ребята. Две пары он не выкинет. Даму, я не знаю, выкинет он или не выкинет. Надеюсь, блин, даму. Даму, наверное, он не выкинет. Но все, что кроме дамы, я надеюсь, выкинет. Блин, большая раздача, ребят. Ну, у меня есть куча рук, с которыми я так буду добирать. У меня неплохой блеф. Парень, выкидывай. Ему тоже очень тяжело, он задумался. Есть у него руки формата 10 валет, которые он может выкинуть. Пожалуйста, упади, братка. Есть! Хорош! Хорош! Кто обосрался? Плюс в чат! Кто обосрался? 6 тысяч человек я обосрался! Наверное, все 6 тысяч обосрались, судя по плюсикам! У-ху! Все, что я научился в покерном фонде MVP. Тио делает грязь, делает вещи. Блин, Даня, снова увернись от пули, братка. Фолдом увернись. Даня, блин, ну надо колить. Конечно, я буду колить. Ну, давай. Давай, пусть победит сильнейший. Опа, валет! 10, ну Даня, извини, но я сам понимаешь, я болел за себя. Извини, братка. Ну блин, я же ему сказал, фолди, братка, все время, я тебя протащу. Ну не послушался, но я понимаю, шестерки, брат. Даня. Не брат. Пас устроит меня. Ну или они колят, и я их выбиваю. Давайте. Опа! Давай, валет! Есть! Я же говорю, ребята, портовый мерч! То есть мы ему один лын проиграли, но мы ему как бы дали эмоции зато, пожить немножко, надежду. Но потом все забрали, конечно, потому что без шансов. Грибас, я за тебя болею, давай, топ-1. Ты не писал в блоге, что тащи как танк. Теперь тебе пора тащить как танк, понял, нет? Тащим, конечно, понял. То есть у него есть все равно руки формата там туз 9 разные, какие-то король 10 разные, король валет, король дама, которые он открыл и скинет. Зуфа! Монетка? Чё там Толя говорил? Четвёрки это не 3-бет. Ребята, совет вам в покере. Не слушайте фишей. Смотрите, я вообще сыграю лимп. Редко когда играю, но у меня есть план. Правда, у меня предыдущий лимп не очень сработал. На финалке по 10к. Но есть маза, что это сработает. Когда-то... Опа, шипит! Опа! Шипит! Бам-бам-бам! Передаю привет всем моим дольщикам, всем тем, с кем я поменялся долями в этом турнире, кто купил у меня доли. Всем. Всем вам я хочу сказать одно. Толя, я поздравляю тебя. Глеб, у меня этот январь лучший январь в карьере. Толя, с best кэшем. Красава, круто катаешь. Большого прогресса в игре достиг. И достойный best кэш, братка. Прикинь этот финалка. Опа, ребята. Опа! Толя стал богаче. Ребята, и я стал богаче. Мне можно, конечно, сейчас сказать, что, ребята, давайте дележку, по 1000 скиньте. И Джейман, она, наверное, скинет. Ты согласен скинуть 1000 баксов мне? Так, сейчас договорюсь. Ты скинешь 1000 баксов моему бро Толику. Он фиш и нуждается в этом. И тогда мы поделим.
или... Нет. Так, ну окей. Дележки, как и вы заказывали, не будет. Ребята не хотят скинуть Толику, прикиньте, тыщенку. Осуждаем. Ну он тут и двойку может выкинуть. Погнали, я в all-in. Есть ауты. Есть фолды какие-то. Ну и у нас же удвоение, Наташка с нами, так что я вообще не переживаю. Заколит, выиграем. Сфолдит, выиграем. И под конец часа самое то, чтобы удвоиться. Вперед! Чё там? Чё там, чат? Кто? Зря, какая ошибка? Глеб об этом косаре будет думать. Глеб думает не о том косаре, который там он решил еще выиграть. Глеб думает, как ему занять топ-1. Джеймана, ну давай уже, третьим вылетай. Джеймана, третьим вылетай. Глебаджо, твоя главная ошибка, ты еще зажал. Глебаджо знает, что делать без ваших советов, ребята. Разберется. Дома! Фак! Ты сдал и терни, давай! Нет, странная восьмерка! Эти восьмерки в жопу! Ну что, let's go, шипит. Давай уже, наигрались. Пора запушить на говне. У нас даже не семерка, ребята, у нас восьмерки. Давай ты семерки запушь, погнали. Классно будет один из этих мейнов поиграть, потому что на них вообще никакого ожидания не было. Года я ни разу не выигрывал больше 200 тысяч. 837 тысяч. Я очень хотел миллион, и я его просто вырвал нахрен на этой финалке. С чем вы меня можете поздравить? Принимаю поздравления весь январь. С Новым годом, ребята. Спасибо Дедушке Морозу. Боритесь до конца и не слушайте тех, кто что-то вам говорит. Ну что, ребят, важный звонок. Наталья. Здравствуйте. Это я с Натальей разговариваю? Наталья, меня зовут Глеб, мы с вами знакомы. Помните, вы сказали, что вы очень фартовая, вы пожелали мне удачи. В общем, смотрите. Выиграли? Я выиграл, да. Изи гейм была. Вообще без проблем. Эта история, в принципе, уникальная, я могу сказать. Это прям чудо какое-то, да? Ну, не чудо то, что я выиграл, потому что я так-то победитель по жизни. Но чудо, что вот так все совпало. И самое главное, что вы, конечно, удачу реально... ну, без вашей удачи, возможно, такой бы победы не было. Потому что как мне складывалось? Я так-то в покер играл, и меня смотрело 13 тысяч зрителей в прямом эфире. То есть это просто был феерический какой-то день. Ну, невероятный. И вы частица этого дня, и уже люди, зрители переживают, говорят, что там, Наташа, как, что с бараном будем делать? Про барана. Вот у вас свое хозяйство или вы просто баранину любите? Вот можно уточнить вот этот вопрос? Я люблю баранину. Ну, вы, наверное, меня забудете. Не, я слово держу, и для меня, ну, как бы, как раз так усложилось, я, ну, не мог подвести вас. Так что смотрите, как лучше связаться. По этому телефону вам можно будет позвонить или какой-то, может, дадите там личный телефон, чтобы мы условия, ну, как-то встретились. Не, вот я честно клянусь, что это не шутка, вы... Это не розыгрыш, я вам клянусь, это тоже не просто слова, это, ну, не шутка. Меня Глеб Тремзин зовут, в общем, и, ну, реальный человек. Ну, просто нету смысла и нету времени на розыгрыш. А? Нет, дальнейшее сотрудничество, может быть, мы обсудим.
В принципе, у нас зрители уже спрашивали, как бы что. Спрашивали ваш телефончик, как бы. Я пока никому не буду говорить, потому что нужно проверить. Но пока работает. Может быть, какие-то там есть периоды или сколько-то раз это работает. Но, в общем, мы узнаем. Так что давайте тогда, наверное, встретимся где-то в Сочи и тогда уже предметно поговорим. Нормально так? Устраивает вас? Я это говорю, не шутка.